заходило 6 тысяч, потому что Ярослава Минковский. На 8100 пилотирование крыла 6 против права. Порядок выхода по прямой 300 на подзакте. Высота перехода 700 метров. Все по номинальном режиме, все это цикл добавить. Ветер 303. Продолжаем. Высота перехода 700. Порядок запуска правой средней левой. Кадры пока. Лео 10 километров, значительная 990, температура 17, точка росы 9, давление 7,4,8 миллиметров, 9,9,7 гектопаскалей, без существенных изменений. Сообщите получение Quebec. Tonnage Notice. Information Quebec. 1130. ILS approach, runway 23. Transition level 1500 meters. Bird strike hazard in takeoff and landing area. Wind 330 degrees 2 meters per second. Visibility above 10 kilometers. Cloud broken 990 meters. Temperature 1.7. Dew point 90. QFE 0.9907.478 millimeters. No SIG. Acknowledge information. Quebec. Tonnage notice. Информация. Quebec. И они что сказали? Через 5. Там может и минус заходит. И он заметил, да, другие заходят, слов где-то. А вот в Москву идет, как слов дали, так идет, это слов. А когда мы тоже минус должны на эшелон заходить, платим? Нет, да, правило. Да? Никто не летят? Нет, они все там спину там даже. Они могут тебе дать везде, а потом уже куда ты дают. А, наверное. Ну, под половину, наверное, пойдешь. По 8600, да? Да. Или на 9600? 8600. Ну, 8600, а дальше дадут снижение, может, эшелон уже дадут, какой-то 220-й. А может, и...
Как Юрка, помнишь, что рассказывал? Ты был тогда? Тогда он говорит, она когда говорит, что-то, малый гад, ты говоришь, рынь на себя, за того, что ты садишься. Ну там папа поговорит, что-то говорит, высоты, что ли, потом режимы говорит. И она говорит, установить малый гад, ты говоришь, ну там, высота 3 метра. Да. Юрка говорит, а, она говорит, что это сказала, говорит, ты берешь что-то, рынь на себя, ну что ты плакал. Думать не надо, говорит, она так сказала, так не живет. Я говорю, вторых-то кучу ловить. Да. Проси. А как он вас вынужден? Ярославль. Ярославль, 42-434. Еще раз здравствуйте. Информация КБ, прошу завтра. 42-434, запуск разрешаю. Понял, решен, 434. Город закрыл время. Двигатель запущен, на мой взгляд. АТР-1 проверяем. Первый канал. Второй канал. АТР-2. Второй канал. Запёрт. Тахометрия работает? Да, бывает. Восемь с половиной. А вы говорите, что проверены резко. Что с горлицей?
Первый канал РК. И далее в ближний стоит первый. Р1, Р2. Андрюх, запустили? Да. Андрюх, включи там. Ну, а что, надо до последних полетов сделать. Ну, конечно. Да. Давай, ага. Батько, маленький. А там можно что-нибудь сделать по прокладке? А 42-434, предварительно разрешите. 434, взлетные 233, пока ты предварительно разрешаю. А, понял, пока ты разрешили 434. А 434, взлет готов. 434, взлет разрешаю. Взлетай 434.